Чем ближе старт шоу «Холостяк», тем больше хайпа и ажиотажа вокруг него. И вот недавно известный украинский певец, лидер группы «Антитела» Тарас Тополя поделился своими мыслями относительно романтического шоу «Холостяк». Артист убежден, что на проекте все снимается по сценарию, а девушки становятся его участницами ради славы. Тополя резко негативно высказался о холостяке и отметил, что это просто шоу, в котором все ситуации и события фейковые. По его мнению, эмоции участниц и главного героя, их действия и высказывания вымышленные и написанные по сценарию. Для меня подобные шоу типа холостяков – это фейк. В конце концов, это просто шоу. Я же знаю, как это работает. Там пишутся сценарии в тупую, считает исполнитель. Также солист «Антител» сомневается в искренности и честности девушек, которые участвуют в проекте. Тарас предполагает, что большинство участниц, которые в этом году будут бороться за сердце Александра Терена Будько, пришли на шоу только ради славы и пиара. Вот поэтому это больше, пожалуй, о славе и хайпе, о какой-то медийности, узнаваемости. Хотя цель хорошая, молодцы. Команда «Холостяка» понимает контекст, добавил Тополя. Ну, а если по моему мнению, то Тополя также высказался про шоу «Холостяк», скорее всего, ради пиара. Ведь подобные высказывания перед стартом шоу никогда не останутся незамеченными.